В Березовском районе полицейские вытащили бабушку из полыхающего дома. Ночью сотрудники ДПС патрулировали поселок и заметили пожар. В окне была женщина, которая махала рукой и самостоятельно не могла выйти. Дверь на улице была охвачена огнем. Полицейские спасли бабушку, вытащили ее вещи и газовый баллон из дома. Первый красноярский «Макдональдс» откроется уже на этой неделе. Репетиция запланирована на среду в ресторане «На Взлетной». Там будут тестировать оборудование, возможно, примут несколько клиентов. Официально фастфуд запустят в конце месяца вместе с «Макдональдсом» на Театральной площади. 37 новых остановок установят в Красноярске до конца года. В мэрии отчитались, заменили и отремонтировали 200 объектов за год. Впервые появились умные остановки на Свободном, МРЧК, Красрабе, Киренского. В них можно зарядить гаджеты и отследить время прибытия автобуса. Скульптуры Адама и Евы с фонтана у технологического университета вернули на место. Они пока закрыты тепловым коробом. Власти решили уменьшить фонтан, чтобы было больше пространства. В новом сквере уже поставили скамейки и установили подсветку. We'll be right back.